Сегодня я покажу вам рецепт маски, после использования которой у вас получится вот такая ухоженная гладкая кожа. Я осталась очень довольна. Теперь делюсь с вами. Ловите еще один рецепт в свою копилку красоты. Для этой маски нам понадобятся семена льна. 2 чайных ложки льна нужно залить горячей водой, примерно 100 грамм. Затем настоять на водяной бане. Следующим берем спелый банан, ну где-то дольку, и мнем вилкой. Мнем так, чтобы получилась кашица. Затем в банан добавляем жирную сметану, можно взять сливки, 1 чайную ложку. И потом уже добавляем витамин Е, 5 капель. Все перемешиваем. И после того, как семена льна настоялись, мы добавляем в маску 1 столовую ложку семян льна. Все хорошо перемешиваем, и у нас получается вот такая вот кашица. Эту маску можно наносить на все лицо, под глаза, на веки, на шею, на зону декольте и на руки. Ее получается довольно много, поэтому маску можно наносить в несколько слоев. Держим где-то примерно 15-20 минут, затем смываем холодной водой. После использования этой маски вы увидите, как ваша кожа просто оживет. Она станет молодой, подтянется. Такая маска убирает морщинки. Маску лучше использовать регулярно, но примерно 2 раза в неделю, в течение месяца. Потом можно сделать отдых и опять продолжить делать такую маску. Мне она безумно понравилась, поэтому я поспешила поделиться с вами. Посмотрите, какая у меня кожа после использования этой маски. А мы с вами увидимся в следующих видео. Оставайтесь всегда красивыми, здоровыми и молодыми.